Познакомиться с яркими представителями современного искусства и молодыми художниками из Мариэл теперь можно в новой студии галереи, которая открылась на набережной Брюгге. Проект поддерживает местных авторов, среди которых Никита Петренко, Марк Берман, Никита Решта, Елена Сибагатулина и другие. Как прошло открытие студии и что интересного можно увидеть на выставке «Свои», расскажет Алла Логинова. Живая музыка, разноплановые картины, встреча с молодыми художниками республики. В новой студии галереи вы не увидите привычные пейзажи и натюрморты. Тут только современное искусство. Никита Решта представил свои самые яркие работы. Одна из его картин – «Железо и фарфор». Такое необычное название придумано не случайно. Никиту с самого детства интересуют роботы и женские образы. Поэтому за основу он взял сюжет из «Щелкунчика». То, что этот робот такой пробитый, простреленный, это как раз вот дает эффект того, что он, возможно, ее защищает как-то или защищал. То есть какая-то своя таинственность, но все как бы по-своему, то есть своей стилистики. Даже то, что она фарфоровая, она тоже как такая механистичная, то есть у нее вот есть эти шарниры. Еще одна молодая художница Елена Сибагатулина. Она пишет картины визуализации, сюжет которых можно запрограммировать на исполнение желаний. На первый взгляд ее творчество кажется незамысловатым, но у каждой картины есть своя история. Например, кружочки разных размеров на картине «В бездну времени» раскрывают суть времени и жизни. Елена отмечает, что жизнь – это секунда, а каждый прошедший момент, как мыльный пузырь, не имеет плотности и значения. В основном, когда я пишу свои картины, я стараюсь, наоборот, ни о чем не думать. Это такое идет как подключение мозга извне. Сама рука пишет. Получается что-то такое красивое, импрессивное. И я стараюсь использовать меньше цветов, потому что я люблю современные абстракции. Например, как здесь. Здесь идет чистый холст, не грунтованный, и два цвета только используются. И также стараюсь соблюдать, чтобы эта картина была красива в интерьере и современно, потому что я люблю современную живопись. Молодые художники в своих работах отражают действительность, то, что нас окружает. Языком искусства они рассказывают и о проблемах современного мира, и о том, о чем не принято говорить в обществе. Мы открыли пространство, галерею современного искусства для молодых местных художников из Республики Мариэл. Также в пространстве «Красота» 10-11 февраля мы открываем выставку арт-искусства, медиа-арт-искусства. К нам приедет Generative Gallery, это современное медиа-искусство. Вы приходите, будет здорово. Это интересное направление, то, чего еще наш город не видел раньше. Выставка «Свои» проходит в рамках фестиваля «Красота», который, в свою очередь, является частью проекта «Марийская зима». Новая галерея дает отличную возможность жителям и гостям столицы познакомиться с молодыми художниками республики и посмотреть на мир их глазами.